Вот это. Давай, давай. Просто правый, лицо. Правый. Лицо маньяка, действительно. Сейчас, дельфин, он тебя. Сейчас он тебя сбросит. Идет, идет, нормально. Хорош, держи, держи, держи. Так, пришла девушка, говорит, спасайте. L200 это где-то. А далеко L200? Идем руками толкнем. Руками краще. Давай, может, я выйду туда. Давай. Есть динамика? Нет, ехать не треба. Вот реально. А нет, нет, он хочет, он не может так. Смотрите. Смотрите, это лучший внедорожник в мире. В мире. Понятно? Нива называется. L200 это вообще не то. Так вы за рулем? Нет, мой человек. Надо ехать. Надо. У него ноги болят, у него он не может ходить. Чтобы вы понимали, вы его. Да нет, еще нет, но скоро будете. Красивые места какие. Видите, насколько Нива лучше Тойоты, а Митсубиси еще намного лучше. Андрюха, по прямой назад. Чуть, да, да, вот так ровно. Подхватывает, красавчик. Это Нива. Блин, не успел. Не успел чуть-чуть, давай. Чуть не проехал. Говорит, жестяк там. Пошли! О! Помочь надо, идем! Нормальный маршрут, мы не там ездим, пацаны. Мы должны были ехать. Да? О! Снегоходы ездили, да? Ага. В принципе, чуешь, как все лопаты мыли. Лопата? Да. Есть у меня та тоже. Идемте поможете, что вы... Идем поможете, что вы там сели все. Блин, жестко тут, слышишь? Ну, никто не поднялся. А тут да, надо Сильвер мотор. Может, Антоха и поднялся или нет? Ели куда? Не. Прием. Не. На поджерике, думаю, заскочил бы. Да, и дай мне перчатки. Не, ну такой склон взрослый тут, друзья. Такой шикарный лес вообще просто бомба. Там он водохранилище, похоже, за ним. Как они тут оказались? Места глухие. Ого, вас Киева занесло. Это вы срезать по короткой хотели? Ну да. А, там дерево. Вот просто дерево. Блин, надо кого-то с лебедкой бы подтянуть вас. Ну да, вас сбросило, тут уклончик. А, у вас шины немножко не очень для этой погоды. А у вас цепи? Надо второй комплект цепей. Ну да, надо. Я бы другой комплект был просить. Было полегче, ну. Хочешь тебе дерево стоять? Да, да, сейчас мы подтянем вас вперед лебедкой, и будет все нормально. Просто мы едем, едем. Вижу вас хорошо. Козлик. Это белый дельфин там, видите, внутри? В зеленой куртке белый дельфин. А он зимой в зеленую куртку вдевает. Я тут на ногами даже не выйду наверх. А сначала посмотри, там такой стук, что не факт, что выберешься наверх. Ну тут треба развернуться, стоп. Не, лебедка спереди. Ну, он вытянет порядок. Хорош, хорош, стой, 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 стой. Стойте, дельфины! Вот это. Давай, давай. Просто давай, лицо. Давай. Лицо маньяка, действительно. Сейчас, дельфин, он тебя. Сейчас он тебя сбросит.
Ты так вроде в туалет хочешь стоишь, как-то так странно. Слушай, штурмана тебе говорит, куда надо. Стой! Украина полядує! Дельфин, а у тебя была похожая машина, да? А где там крюк, Крис? С правой стороны. Все, натяжка, добро, все. Пень тот откинь, Крис, Крис. Да, сбросила. Это свезло человека, что мы тут ехали. Вообще, да? Тут бы долго. Скажи, чтоб колесами не крутил пока. Чуть-чуть потяни, чуть-чуть. По чуть-чуть. Леня, потихоньку. Леня, завяжись, подожди, сейчас перевернешься. Идет, идет, нормально. Лево, лево руль теперь, лево руль. Лево, лево. Лево, лево руль, влево руль. Идите вы. Руль не поворачивается. Стоп. Держите на стоп. Уходите сзади. Вперед. Еще. Там назад. Там назад. Где Филь? Там выезжай. Назад, задом там. Передняя не работает у него, Паш. Толкните, пацаны, ну елки. На цепях нормально валит. Леня, ты не ту машину купил, лошара. А вы на дачу, да? Нормально у вас. Хороший маршрут выбрали. Правильный. Да, да, да. Мы тоже. У нас дачи нет, правда, просто ездим как идиоты. Место пристало. Топ, облепили все, самурай. Давай, давай. Стой, стой, там ребенок, Леня, постой. Подожди, малой не залез. Вижу, вижу. Давай. Залазь, Крис. Все, Леня, сюда. Ну, видишь, правильная развесовка, и мы поехали. Давай, давай, ровно. Вот там сейчас дефилин развернешься. Элька должна выехать сама сюда. Дальше, конечно, вопрос. Две вместе не до нормально. Давай сейчас будем снимать. Криса, подожди. Крис! Турбайтера не брошу. Не бросай его. Леня Рамштайн. Это да. Нет. А что теперь, ты хочешь сказать, что он заедет? Ну, можно попробовать чуть-чуть. Без лебеды, сколько залетит. По яме мы. Камера не может передать, но уклон четкий. Такой уклон. Мы тут-то и машину спасаем. На дерево сбрасывает. Отдохнул, прилег, хорошо тут. Пиль, давай! Готовятся еще. Вот.
уклон. Вот где-то вот такой жестяк. Дальше лебеда. Просто жесть. Подъем действительно сложный. Тут я вам скажу, и без снега такой веселенький уклон. И со снегом просто непроходной. Тут бы еще самому вылезти. Самому вылезти. Штурман начинающий, да? Да, это день. Первый, да? У нас, слышишь, первый день поехал человек с нами, с Витей, сразу, ты же видел крещение какое, я на правильный маршрут поставил Витю, и все. Впереди же нет блокировки. Так и сзади уже. Уже и сзади нет. Все равно едет хорошо. 37-й триподор. 3.2 турбодизель рулит. Ну это хорошо, еще две машины. У меня полегче. Решили перецепить лебедку, хотя можно было дотянуть и ехать. Ну ладно, сейчас Леня покажет высший пилотаж. И что, Руслан, и все? Да, был бы не Руслан, а была бы Русланна. Да, близко, да. И одно яйцо было бы меньше у тебя, как минимум. Думаешь? Да не. Да. Я тепло одет. Тепло одет, а дрючок-то он есть дрючок. Да, гора в порядке. Покатуха. Лед, да? Значит, бери по, не по колее. Это очень жесткий пилот. Не. Слабо пока. А не, по целине еще. Иди по пробитому, Лень. Хорош, держи, держи, держи. Все, Лень. Хорош. И вон штурман идет за лебедкой. Стой тут, все. Давай, белый дельфин, там скользко, чтобы ты под самурай не попал. Груз, размотывай здесь, чтобы я не затормял. У Лени Варн вертикалка. На первой, да, едь. Леня намного быстрее, спортивная, его Олег потащил. Намного быстрее. Глумятся. Так, Элечка. Лошадей хватает. Что-то разгон не взял.
Хорош, держи, 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 все, все, стоим. Антибукс не работает. Не, ну нормально валит. Фиксировку вы выключили? Но когда выключить, то она вам мешает ехать. Она вам притормаживает колесами. Знаете, где выключили колеса? А блокировка за бегом устает? Включили? Все, назад еще раз. Выключайте эту систему антибуксировки. И еще раз. Добро? Я потихоньку только назад. Правая рука. Что, ты отключил все там? Показывал, ну надеюсь отключат. Что за показывал? На польском языке он показывал. На польском. На чистом польском. Ну что, смотрим, может и уедет. Но дальше всех цепи решают. В такой ситуации. Ого. Цепь, цепь, цепь. Цепь, стоп, цепь слетела, наверное. Дубль 4. Не-не, хорош. Чтобы не покатилось, не глуши. В следующий раз так надо было сначала. Что-то потерял? Цепь слетела. А, цепь слетела. С той стороны, да? Не, все есть на месте. Ну какой-то звук был. А это доски, наверное, телепались. Думаете? Цепь на месте, да? Да, все. Сейчас подтянем, все нормально. Давай еще одну. Давай поехали. Все, давай. Давай. Стоп, стоп. Аккуратненько. Просто постарайся, чтобы тебя не кидало со стороны в сторону. Попытка номер 8 или 4. Отец Павло говорит, молитву человек возле колеса читает. Вот закончил вроде. Сейчас должен заехать, по идее. Настроен более решительно сейчас. Вот так вот. О. Батюшка. Бородач, ты что, сразу не мог сказать, чтобы молитву прочитал? L200. L200 там бы на дереве еще висел до сих пор бы. Покупайте Самурай и Паджеро 2. Да. Круто. Спустил просто, блин, такой мягкий снег. Да? Красиво зашел. Покупайте L200. Мотор, цепи, динамика. Все, пока. Пока. Подписывайтесь на канал. Хорошо. Не забудьте. Сейчас придумаю, как видео назовем. L200. Круче всех назовем. Хорошая назва. Найдете в Ютубе. Хорошо. Пока.